Чуть больше недели назад Екатерина Репехова и Виктор Павлик стали родителями. И супруги уже даже получили свидетельство о рождении сына. Репехова показала документ в сети и этим озадачила публику, поскольку фамилия малыша несколько отличается от фамилии отца. Супруги, как и планировали, назвали сына Михаилом. Однако в документе указаны имя, отчество и фамилия ребенка. Павлик Михайло Викторович. Сам артист в социальных сетях пишет свою фамилию через украинскую букву «И». Старший сын Павлика от первого брака Александр также в социальных сетях пишет свою фамилию через украинскую букву «И». И 15 июня в посте, посвященном рождению сына, Павлик писал, что родился Михасик Павлик. Родители пока никак не комментируют данную ситуацию. Также напомню, что Екатерина после замужества не стала менять фамилию и осталась Репеховой. А у меня на этом все. Услышимся!